7 апреля во всем мире отмечается День здоровья. Сегодня, как никогда, люди обращают внимание на свое здоровье, поскольку от него зависит продолжительность и качество жизни. Накануне всемирного праздника в поселке Искатели прошла акция «Время быть здоровым». Что вы здесь делаете? Я проверяю свое здоровье, индекс массы тела, кровь на сахар, холестерин. Какие результаты? Результаты положительные. Мы сказали, что пора бросать курить. Александр Воловатов, как и многие жители округа, не всегда находит время для полезных процедур своему здоровью. Если время на спортзал и бассейн они выкраивают, то дойти до больницы и сдать основные анализы может позволить себе не каждый. А ведь именно с таких показателей, как уровень сахара в крови или индекс массы тела, начинается путь к здоровью. Придя сюда, любой гражданин может измерить рост, вес, окружной стадии, всю антропометрию провести, измерить сахар, холестерин, все, и получить консультацию. Приучить людей регулярно проверяться у врача сложно, а вот сделать полезные процедуры доступными можно. Накануне Всемирного дня здоровья окружная больница и поликлиника Заполярного района провели акцию «Время быть здоровым». Каждый желающий мог узнать о своем здоровье немного больше. Тот, кто не успел провериться, всегда может обратиться в Центр здоровья. Он работает на базе окружной больницы с 2010 года. Можно прийти любой желающий записаться по телефону 650-96. Кроме того, у нас существует выездная форма работы. Мы еженедельно посещаем какие-то организации, предварительно договариваемся с работодателем и выезжаем. Работающее население обследуется активно с нашей стороны, потому как работающее население не всегда имеет возможность прийти в Центр здоровья в рабочие часы. Специалисты Центра здоровья помогают людям выявить факторы риска заболеваний. Туда обращаются те, кто чувствует себя хорошо, но хочет знать, как предотвратить ту или иную болезнь. Таких предусмотрительных на акцию пришли 300 человек. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать, как еще наринмарцы заботятся о своем здоровье. Лучше всего помогают прогулки на свежем воздухе. Вот и все. Диету соблюдаю, во-первых. Ну, не забываю свой заряд, хотя мне уже много лет. Вот. Ну и веду нормальный образ жизни. Без этого дела и не курю, никогда не курил. Побольше ходить нужно, вот, например, в моем возрасте. Занятия спортом. Сейчас весна, пьем витамины. И гуляем. Витаминчики? Ну какие? Апельсинчики, мандаринчики, все это такое. Вот. Сейчас я только что приехал с бассейна и вечером пойду еще в тренажерный зал и буду закалять свое тело гантельками. Молодец. Чтобы выбранные вами способы сохранения здоровья приносили ощутимый результат, они должны быть регулярными, советуют врачи. И тогда вам не понадобятся ни лекарства, ни больничные листы. Валентина Чибичик, Роман Делимарский, Владислав Носкин, телеканал «Север».